новогодний поезд на станции, проспект Мира, кольцевой линии. Вау. Праздник к нам приходит. Круто. Смотрите. Гирляндочки. Будьте вежливы, вот, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Наконец-то я его знаю. Дорогие пассажиры, спасибо, что носите маску. Кстати, во время каждой поездки. Пасхалка — два сердца столицы. Ищите в новогодних поездах. Праздник один, а сердце два. Смотрите, какие узоры. Красиво, мне нравится. Вот. Гирлянды. Так. Здесь тоже узоры. Так, а что там написано? А, то же самое. 2022. Праздник один, а сердце два. Пам-пам-пам. Мы приехали на Комсомольскую. Пусто. Станция Комсомольская. Переход на Сокольническую линию. Выход к железнодорожной платформе Каланчевская, второй диаметр, и вокзалам Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому. А вот и начало поезда. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Так, там сейчас по-любому обычный приедет. Потому что двух новогодних не бывает. Двери закрываются. Следующая станция Курская. Да, простой. Для ваших... Подписчики, глядя на вот этот вот поезд в салоне, оцените в комментариях по 10-бальной шкале салон. Ну, гирляндочки прикольные. Желтые и мигают еще синие цвета. Телек можно посмотреть. Ладно. Тут тоже два сердца такие же. Даже на окна дверей налепили. Круто. Праздник один, а сердце два. С Новым годом, ваш московский транспорт. Ладно, все. Все, выходим и прощаемся с поездом на станции Курская. Вот такая вот станция. Колонная. Удобно смотреть. Станция Курская. Линию и станцию Чкаловская. Выход к Курскому вокзалу и второму диаметру. Так, открывай двери. Вот, красненький такой, красавец. Вот тоже два сердца, только тут серебристые, ну, короче, МЦК серебристая, а большая кольцевая зеленая, изумрудная. Так. Два сердца даже на вот это выходит. Так, сейчас двери закроются. Кстати, ребят, тоже смотря на, на наружный поезд, оцените в комментариях по 10-бальной шкале. Мне нравится.